стрелочка. О, убежал. Ну, вот она. Надо же, я давно не видела уже белок. Что-то этой зимой что-то их. А я семечки не взяла. Приготовила. Блин. Она вертится. Так и хорошо сидела. Ну, а я хотела фото тоже. Я потом думаю, да пусть лучше уж видео, а то не видео, не фото. Надо же, хотела альпаку сфотать. А тут белочка. Где она? Ой, ой, потеряла эту животную. Ой. Где-то на том дереве. Пойдемте где. А вот. На корме. Ага. Там о, ускакала все. Роет снег. Как зайка бежит. Вместо зайки. А я и семечек не брала. Думаю, белок-то не видно сейчас. Таскаться. О, надо же. Кормушечку залезла, может там. Обычно во всех кормушках что-то есть. Наверное, не в ту кормушку ты залезла, подруга. Она ко мне пришла. Ё-моё. Надо же, у меня ничего нету. Ну кто же знал, что мы тебя увидим? Вот еще в кормушечку, может, в этой есть. Посмотри-ка, что. Обычно в кормушках идем, все что-то есть. А тут надо будет с собой хоть что-то брать. Но я их не видела, я говорю, второй раз эту белку увидела за всю с осенью. Ну все. А уже это мигает у меня. Значит, все, хватит снимать. Да. Иди другие кормушки поищи.